храмом Божиим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни Тебя, Господи, хвалите, правит Господа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословенный Господи. Благословенный Господи. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Ангельский собор удивися, зря Тебе не предменившися, смерть может спасти крепость разорившая. Благословенный си Господи, научи меня оправданием Твоим, почту мира с милостивыми слезами, о ученицы растворяете, представься во гробе ангел. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Ура, мира носит печатку, как гроба Твоему рыдающая, но представь не ангел или чин, рыдание время пристань плачете. Воскресенье же апостолов цветет, благословенный си Господи, научи меня оправданием Твоим, мироносец же без мира пришел. Премудрость прости, услышим все так Евангелие, мир всем. Так Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Аминь. Рече Господь, всем мне предано мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо,
и бремя мое легко. Слава тебе, Господи, слава тебе. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мое. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, ты лукаво пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутренне явил мне мудрость твою. Окропи меня исопом, и буду чист, омой меня, и буду белей снега. Венчаю безмерную твою милость, еже ко мне твое утешение. Припорю мне очи Максиме, моли Бога о нас. Всю мне Богу вдохновенную, отмеля точного и сладкого Твоего, и скапай языка, божественный Максиме, благодать Духа. Преподобный отче Максиме, моли Бога о нас. Огонь горящий, ярся, явился еси, на ересе блажение, якобы тростия сия, изнурил еси ревностью духа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, бессловесное, предложися о злочестивищего производение, единоначальное учение. Словеси же Твоими очи, обличися. И ныне присно и вовеки веков, аминь. Весь желание из утробы Твоя, Бога невеста, благоизволивый, родитеся, и сладость есть, и свет незаходимый. То земледельцу будет только урон. А когда обильный плод приносит посеянное семя, то земледелец, говорит, радуется, что хорошо, есть что будет собирать. И многое, говорит, я приводил вам примеров из Священного Писания, как гнев губил и знатных людей. Приводит пример и фараона египетского, когда он погнался со всеми колесницами своими за уходящим народом израильским, во гневе было, и погиб, говорит фараон, вместе с его множеством войска и с колесницами. Братья, а время идет, уже наступило время жатвы. Готова веятельная лопата. Боюсь, чтобы все не оказалось, чтобы все не оказалось оплевелами. Боюсь, чтобы всем нам не быть вверженным в печь. То есть время проходит, проходит время быстро, незаметно. А наступило уже и зрелый возраст, и старость, а грехи все прежние остаются. Не говори мне, что я не благодействую. Какая польза, что ты не благодействуешь, когда ты сребролюбив, если воробей, хотя не всем телом, а только за ногу будет удержан, то он погиб и остался в западне. Уже нисколько не помогут крылья, когда удержана нога, так и ты, не пленен ты этим смертным грехом плододеянием, но пленен сребролюбием и все же пленен. То есть всякий грех, говорит святитель, может погубить человека. Дело не в том, как ты пленен, но в том, что ты все-таки пленен, то есть уязвлен этим грехом. Не говори ты, юноша, я не сребролюбив, может быть, ты предаешься прелюбодеянию, и от того,
того опять какая польза? Невозможно, чтобы все страсти овладевали нами в одном возрасте, но они разделены, и это по человеколюбию Божию, чтобы, напав на нас вместе, они не сделались неодолимыми, и борьба с ними не была для нас слишком трудной. То есть лукавый искушает, в грех входит в каждом возрасте по-разному. Молодого, когда в одни грехи, становится зрелым возле другие, а в старости другие грехи. Какое неразумие быть не в состоянии побеждать и раздельные страсти, но покоряться им во всякое время и еще гордиться тем, что укрощается не нашим старанием, но самим возрастом. То есть, не знаю, когда уже становится человек такой, что говорит, ходить там не может, а я вот теперь уже и, говорит, не хожу там. Царю Небесному тешь, души истины, жизнь, если вся исполняется в жизни, жизни подарки, слава обычному Богу, как тебе всегда взирающие, и я же тебе светом наставляю. Господу снимай отверстие, самое возвестят хвалу Твою. И веки преступного Христа, слышно говорящий света, тебе исповедание благодарение высылаем. Дополните Господь. Безначальному Отцу, Сыну, Народным Своим Сыном, и всей святым и благим, и животворящим Твоим Духом, Святите Его Отчим, Господи, Христа, и во веки веков. Аминь. Благослови, Владыку! Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне пресно и во веки веков. Помилуй меня, прости мне вся прегрешение мое, вольное и невольное же слове, же в деле, же ведение и неведение. Исподоби меня осужденно причаститься при чистых Твоих таинств, оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоя тайная, дни, Сыне Божий, причастниками я примени, во врагом Твоим тайну повем, не лобзанье Тебе, да мяка Иуда, но как разбойник исповедую Тебя, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение при чистых Твоих тайн, новое исцеление души и тела. Аминь. Причистое тело и кровь Господа Бога и Спаса нашего Христа, причащается. Thank you.
любит нас, яко благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дорогой отец Иоаким, сегодняшнее богослужение мы с вами вместе все совершили во славу Божию и в честь вашего юбилея, 30-летия служения Святой Церкви. Но этот срок не является поводом для того, чтобы подвести итог всей своей жизни, жизни как священника. А дай Бог, чтобы мы помнили слова апостола, который учит нас смотреть на наши дела как на начинающие. То, что мы совершили, совершили во славу Божию. Но еще больше нам предстоит совершить. Неважно, сколько лет будете в священном сане, но дай Бог, чтобы укреплялась ваша молитва, через вашу молитву и вера прихожан, ваших посомых, чтобы эта вера подвигала нас к исполнению Христовых заповедей, чтобы помнили и о малом. Не суди, и не судим будешь. Казалось, чего проще быть несудимым? Просто не осуждать другого человека. Но на самом деле это дается очень и очень нелегко. И дай Бог, чтобы вы, укрепляемые Господом, имели мудрость, силу, настойчивость вести своих посомых к вечной цели, Царству Небесному. И в сегодняшнем послании апостола Петра, рядовое послание, говорит: «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» И дай Бог, чтобы, будучи ревнителями доброго, нам дал Господь уклониться от всякого зла, от нестроений, от всех тех грехов, которые часто окружают нас. Враг рода человеческого никогда не смирится, если кто-то будет жить благочестиво и по заповедям Господним. Дай Бог вам терпение. Святитель Иоанн Тобольский, у мощей которого и вам пришлось, Господь сподобил служить и совершать другие в том храме, призывал и призывает к долготерпению и учит, что любая добродетель не может достигнуть своего совершенства, если не будем иметь долготерпения. И приведу его слова. Если 10 лет, 20, 30 и более стану повторять тебе мою просьбу, то не прекращу оной и не назначу тебе никакого срока для удовлетворения оной. Если бы даже несомненно было мне известно, что прошение мое не будет услышано, и тогда уверенность моя в твоей благости, вера моя в тебя, Господи Боже мой, учит, утверждает меня в том, что я не буду отпущен тобою без ничего. Если не дашь просимого мною тебя, то наградишь меня лучшим, нежели просимое. И дай Бог,
чтобы Господь, слышав наши молитвы, подавал и долготерпение, и послал более просимого, более, что мы можем, о чем мечтать, вечной жизни Царства Небесного. Благодарю вас и за общую молитву, и всех собравшихся, и еще раз дай Бог вам здоровья, крепости, сил для совершения дела Божьего. Досточтимый собрат наш и любезный брат, отец Иоаким, первое, что хочу преподнести в дар, это нашу любовь к тебе. Ты видишь, что наше присутствие является красноречивым свидетельством нашей к тебе братской во Христе любовью. Мы не приносим никакие подарки, но что я хочу сказать, рискать прекрасному слову отца Михаила, лишь дополнить то, что будет свойственно не только тебе, но и нам, пастырям, никогда это не забывать. Святой апостол Петр, как говорил отец Михаил, еще и другие сказал пожелания. Я пастырь, говорит, ваш сопастырь, вернее, говорит, хочу предупредить вас, чтобы вы пасли стадо Божие, которое у вас есть, непринужденно, не с гнусной корысти, говорит, но усердно, подавая пример стаду Божию, не господствуй над наследием Божиим, и когда явится пастырь-начальник Христос, вы получите невидаемый венец славы. К этому венцу мы должны всегда и всегда стремиться.